Я считаю, что по поводу тренда в обществе, который направлен на омоложение, люди всеми силами стараются приукрасить внешность и продлить физические годы своей жизни на этой земле. Я считаю, это вполне нормально, просто пока это достаточно дорого. Есть специальные плавбазы в нейтральных водах, на которые люди платят бешеные бабки, там как бы отдыхают, получают стволовые клетки и прочее. Но пока это международными законами запрещено. То есть это делают в нейтральных водах, на плавбазах. Я думаю, что, конечно, у любого нормального человека возникает вопрос о моральном аспекте, а можно ли, так сказать, если на все воля Божья, можно ли вообще жизнь вот так продлевать? Ну, если на все воля Божья, давайте не будем людей лечить. Тоже воля Божья, как говорил Гоголь. Простой человек, если умрет, то и так умрет. Выживет, так и так выживет. Тогда давайте исключим медицину. Поэтому я считаю, в данном аспекте, моральное как бы все сочетается нормально. То есть это можно делать, это имеет место быть.